Так здорово, когда можно пообщаться с музыкантами из любимой группы, когда они доступны и открыты, когда на их сайте можно найти расписание концертов, тексты песен и фото. Компания «Уфанет» решила поддержать активные интернет-ресурсы музыкальных коллективов в номинации «Мир музыки» конкурса «Мы в интернете». Добрый день, друзья, это группа «Ухо радуется». И творчество – это наша жизнь на самом деле. Но творчество для нас это вообще самое главное. Мы ради него живем, ради него ходим по 4 раза в неделю на репетиции, ради него ругаемся, ради него депрессуем. И потом это все выливается в аплодисменты людей. И радостные уши. Пусть еще пока что не в полные там залы, но в небольшие полные залы. Группа «Ухо радуется» все 4 года существования радует не только уши. Свои таланты и непосредственность они переносят и на ведение группы ВКонтакте. Сегодня произошло очень страшное событие. Мы рассказали всем, что у нас есть группа ВКонтакте. И неожиданно обнаружили, что там 2300 человек. 2308 человек. Каждый человек. Для чего нам нужна, конечно же, для того, чтобы мы могли доносить до людей нашу музыку, информацию о нас, наши видео, наши фотографии и прочее. Мы размещаем там музыку, видеоконтент. Как узнали про мы в интернете и зачем вам участие в таких конкурсах? Отвечу на ваш вопрос очень просто. Я увидел по телевизору, да, я смотрю телевизор, представляете, ЮТВ смотрю. Мне кажется, это позитивно вообще. Такие конкурсы влияют на облик нашего интернета, они заставляют задумываться о своих сайтах, о группах, о том, чтобы там все было логично, чтобы постоянно информация обновлялась. Ну, в общем, это такая интернет-чистоплотность, назовем ее так. Вообще, доступность – это залог успешности, по-моему, потому что многие люди, вот у меня есть очень много там неизвестных коллективов, любимых, которые делают качественную, но необычную музыку. И если ты хочешь с ними как-то связаться, это просто невозможно сделать, потому что, ну, вот они такие андеграундные, им ничего не нужно, они просто вот делают свое дело и все. Загляните на сайт конкурса mvi.ufanet.ru. Откройте для себя новые интересные сайты. Узнайте больше о культуре и искусстве. Голосование продлится до 31 марта. Участвуйте в конкурсах, ведите активную интернет-жизнь, посты, лайки, перепосты, контрстрайки и прочие прелести, которые нам дает интернет, не проходите мимо. Нужны такие конкурсы, нужен интернет, собственно говоря. Зачем-то же он появился. Давайте пользоваться благами цивилизации. Друзья!